Привет, нахожусь на очередном нашем объекте. Закончили работы по монтажу фасада. На данном объекте на фасаде применили три материала. Два вида японских панелей, один вид под штукатурку, другой под дерево. Вот такой вот искусственный камень применен у нас на цоколе. Вот на этой части фасада, на входной группе. Искусственный камень от компании White Hills под сланец. Обход окон выполнили с помощью металла. Нигде нет каких-либо открытых мест креплений, саморезов, клепок. Все закрепили на скрытые клеймера. Вот здесь вот каких-либо тоже резов нету. Везде выполнен подгиб, соответственно, краев каких-либо с открытым металлом у нас нету. Вот так вот все аккуратно выполнили.